Ну что вам сказать, дорогие мои? Я очень рад, что это свершилось. Вы долго шли к этому. 4 года, да, если я не ошибаюсь? Я люблю вас. Я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы у вас в этой жизни было больше счастливых минут. Меньше слез, огорчений на вашем лице. Счастья вам и здоровья. Когда-то моя маленькая доченька очень мечтала быть принцессой. Она смотрела сказки о принцессах, одевала на себя корону и мечтала о сказочном принце. И вот сегодня эта сказка свершилась. Я желаю, чтобы ваша семейная жизнь была как эта сказка, такая добрая, светлая, с замечательным продолжением, чтобы моя дочь, Кирилл, была счастлива и никогда не жалела об этом выборе, который совершила. Я очень вас люблю и желаю, чтобы вы были счастливы, а мы постараемся, в свою очередь, вас не огорчать и подольше быть рядом с вами. Дорогие мои любимые дети, я, наверное, немножко меньше сегодня счастлива, чем вы. Я очень рада, что Кирилл сделал именно такой выбор, как Маша. Я всю жизнь хотела, чтобы у меня была дочка, помимо Кирилла, чтобы у меня еще была дочка Маша. Я об этом говорила. И вот на сегодняшний день я абсолютно счастлива. У меня есть сын, у меня есть дочка Мария. Я хочу пожелать вам, чтобы вы с сегодняшнего дня все делали вместе. Решали вместе, везде были вместе. Все вершины покоряли вместе. Потому что вместе можно сделать больше, чем в одиночку. Поэтому я хочу, чтобы вы всегда были вместе. Я вас очень люблю. Сейчас очень волнительно говорить, потому что я уже был в роли жениха, но никогда не был еще в роли родителя жениха такого. Поэтому, мои дети, я могу это уже с гордостью сказать, что мы пришли к этому знаменательному дню, когда вы строите свой первый и последний семейный очаг. То есть семейный очаг – это огонь, который нужно пронести до конца своих дней. Я желаю вам, чтобы вам хватило сил, энергии, чтобы вы все делали вместе, несли этот очаг, энергию вместе. Я вас очень люблю и желаю вам огромного-огромного счастья. А еще, папа, можно попросить вас ключевое слово сегодня, которое будет тонкой нитью проходить через весь вечер? Горько! Все вместе! Горько! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну так, пока насчитали всего лишь 6. Кстати, дамы и господа, поднимают бокалы все наши гости.